Сотрудники транспортной полиции празднуют 99-ю годовщину со дня образования специализированных органов внутренних дел. Сегодня тех, кто надежно охраняет покой пассажиров, наградили грамотами и благодарностями. Еще несколько человек получили специальные звания. На Ямале сотрудники транспортной полиции несут службу по охране общественного порядка 35 лет. В предстоящее воскресенье в 13 часов на городской площади пройдут народные гуляния, посвященные Масленице. На портале «Живем на севере» неравнодушные новоуренгойцы проголосовали за проведение праздничных гуляний. В администрации такую инициативу поддержали и теперь приглашают всех желающих присоединиться к празднику. В России ведут продуктовые карточки. В 2019 году в Минпромторге планируют запустить программу продовольственной помощи. По электронным сертификатам малоимущему населению будут продавать хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу и молочные продукты.